Обрезка метельчатой гортензии. Осенняя обрезка, друзья мои, я уже говорила, как и Аннабель древовидную, мы обрезаем осенью. Есть такие мнения, что весной нужно обрезать, а сейчас только соцветия. Из моего опыта хочу сказать, делаем все осенью, чтобы по весне мы не пропустили начало сокодвижения, когда мы отрежем так, как нам надо, а сокодвижение началось, и мы куст потеряем. Мы не сможем остановить движение сока, он засохнет у вас, погибнет. И второй вариант, по весне вот в эту чавкалку заходить еще раз, топтать, и вот это месиво между тающим с землей грязной ни к чему это не приводит, кроме вот беспорядка. Потому что, как правило, вокруг гортензии, он на газоне у нас, есть луковичные, которые всходят, все это вытаптывается, деформируется. Работаем сейчас и порядок наводим сейчас. Значит, обрезка метельчатой гортензии отличается определенным образом от обрезки Аннабель. Вот это у нас прошлогодний прирост. Вот это прошлогодний. По весне мы обрезали. Обрезали вот так, вот так. И он дал вот эти побеги прирост. Совпадает с Аннабель обрезка в том, что мы теперь от этого года вот эти вот приросты, побеги считаем раз, два, три и обрезали. То же самое. Все побеги, которые растут внутрь, мы удаляем. Считаем. Вот это прошлогодний побег. Мы его осенью обрезали. И в этом году от этого побега вот пошли молодые побеги. Значит, что мы делаем? Считаем. Раз, два, три. Обрезали. Значит, нюанс какой? То же самое. Если мы хотим, чтобы это был веер, задаем тон, что у нас вверх, например, 4 почечки оставляем, а бока по 3. Тогда у вас будет полусфера или раскрытый зонтик. В принципе, можно не заморачиваться, а жестко застричь на третью почку, на третье междоузлие. Тоже очень хорошо. Но обязательно смотрите, если вы хотите, чтобы куст и цветонос был крупный, мы сохраняем только мощные побеги, все атоничные, все, что направлено внутрь, пересекается, перетирается слабенькое, мы удаляем. Вот у нас, обратите внимание, побег, вот он в прошлом году был, да? Ну, слабенькие побеги, поэтому я в этом случае делаю вот так. Создается пространство. Движение воздуха внутри проходит, куст дышит, не замокает, не залипает, не загнивает. Считаем. Это в прошлом году пенечек мы обрезали. Это в этом году приросты. Видите, он на один побег дал развилочку на 4. Раз, два, три, 4. Можно обрезать. Здесь раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Потом, сейчас мы обрезаем, потом корректируем. Центральный побег. Вот он, ствол. Обрезали в прошлом году. В этом году, вот он, тройняшка какой. Посмотрите, какой мощный и вкусный. Считаем. Раз, два, три, 4. Отрезаем. Можно жестче застричь на 2 почечки. Тогда более структурированный и жесткий каркас у вашего будет куста.